Hi, my crazy friends, и это румтур. Румтур по дому, который сняли, и я здесь буду жить 5 дней, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и не забывайте про подписаться на мой инстаграм и тикток, ссылочка в описании, и если вы готовы к просмотру, тогда поехали. Заходим. Ну, естественно, снимаем тапочки. Я одеваю все тапочки. Никто не одевает тапочки, но я одеваю. В общем, что здесь у нас такое, кстати, прихожая, но вот такая вот. Так, здесь зеркало такое вот. Можно посмотреться, когда выходишь куда-нибудь. Кстати, я снимаю влог здесь, поэтому он скоро, в скором времени выйдет. Да. Так. Интересно, что здесь, я здесь не была. А почему здесь еще одна комната? Да, потому что здесь написано «Хорошие дороги». А здесь, мне кажется, здесь туалет. Да, здесь туалет. Вот, смотрите. А, здесь стиральная машина. Почему я не включилась? Здесь стиральная машина, здесь зеркало. Какие-то полочки. Естественно, где можно умываться, и туалет, и этот. А что, интересно, у нас здесь дверь заперта. Видимо, сюда нельзя. Так, выключить свет, и пошлите дальше. Что под лестницей? Под лестницей у нас находится, походу, чтобы вешать, чтобы сушиться, сушилась одежда. Дальше огромнейшая гостиница. Гостиница, хотела сказать, гостиная. Здесь был Ронель, но он пропал. Короче, это бильярдный стол. Очень классный. Я еще не ожидала, что будет бильярдный стол. Такой вот вид. Дальше вот такая вот девушка, телевизор. Просто огромнейшая гостиница. Бабайка! Господи, я испугалась. Я думала, он реально ушел. А здесь у нас... Ну, здесь я пью, в общем, свою кока-колу. Здесь куча... Здесь вообще куча еды, вот реально. Ну, купили. Дальше, ну, в принципе, вот что. Что, какая гостиница, кухня. Гостиница. Почему я говорю гостиница? Гостиная. А здесь... Этот... Люстра. Идем на второй этаж. Вот такой вот вид. Это туалет. Ну, такой же, слушайте. Также здесь зеркало, умывальник. Это на второй этаж, он, кстати, жилой. А здесь это сауна, вот. Разве так называется? Так, пошлите вешалки и все тому подобное. А это наша комната. А здесь люди живут тоже с нами. Ну, как бы наши, как бы, люди. А здесь вот такой вот у нас вид с нашей комнаты. Очень классный. Здесь у нас телевизор. Ну, здесь еще все окультурится будет. Прикольно. Ну, в общем, все сумки. Моя сумка. Здесь еще одно зеркало. Это туалетный столик. Это моя мочалка. Дальше вот. Это мой чемодан. И шкаф. Тоже с зеркалом. В принципе, вот. Все такое. Ну, мы можем заглянуть, в принципе, в комнату. Посмотрите, вот здесь вот такая комната. Да, вот такая. Комната. В принципе, вот. Такие дела. И вот. Сейчас я покажу вам улицу. Как все обустроено на улице. И да. Такие вот дела. Мы выходим. Ронель тут пузыри пускает. Ходим здесь. Мусорка. А что у нас здесь? А здесь у нас такая беседка, где можно поесть. И дальше еще огромнейшая тоже беседка, где можно поесть. Я представляю, как здесь круто вечером, честно. Прям вообще вот эти огонечки. О, это реально! И эти, как называется-то, гирлянда.
Вот, а здесь у нас мангал, где мы в скором времени, ну то есть вечером, будем готовить шашлыки. Погнали дальше. Здесь также есть вот такие вот прикольные тоже качельки. Вот они. В принципе, можно подойти, да? В принципе, вы видели, почему я подхожу дальше. Тоннели здесь. Ну, у нас вот как-то вот так вот все очень красиво. Но это не наш, поэтому не знаем. Короче, здесь вот эти качели и вот эти самые крутые качели просто, на которых можно покататься. Мы уже здесь насвинячили, извините. А здесь, видимо, куры, но здесь можно залезть. А это тоже, видимо, этот бильярдный стол. И вот еще какая-то штука стоит. И все, в принципе, все, что здесь есть. Вот, ребята, это весь рум-тур. Здесь довольно-таки очень круто, очень классно, очень прикольно. Также в... здесь есть животные. Вот. Ну, я их показала уже в этом, во влоге. Так что вот. И, в принципе, можно сказать, все. На этом... Поэтому подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот рум-тур. Это мой первый рум-тур, поэтому я вот так вот его как-то сняла. Надеюсь, нормально, в принципе, да. И не забывайте нажать на колокольчик, да, где же он. Ай, да неважно, вот подпишитесь, а потом вы все узнаете. Ну и всем пока, до новых встреч, новых видео. Пока!